Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Strike Force. Получить семидневка. Семидневка. Хорошо, так, особые награды. Воу. Сокол. Ну давай возьмем. Так, а что такое августовские? Ладно, получаем, ребята. Так, опять почта. Почта у нас. Завербуй железного человека в ходе этого ивента. Так, награда за ранг. Давай-ка мы заберем. Рейд Ультимуса. Так, пояснение насчет грядущих событий. Ну, это все понятно. Это мы сделаем как прочитанное все. Так, новые. Да ладно тебе. Что, обязательно нужно читать, что ли, это все? А если я не хочу? Во, все, исчезли, ребят. Так, да хорош вам предлагать мне это все. Давайте-ка посмотрим с вами сферы. Что нам здесь достанется? А ну-ка, первая попыточка пошла. И... да, не айс. Ну, надеюсь, сейчас будет что-нибудь хорошенькое. Да чтоб вас разнесло всех на кусочки маленькие. Ничего, ребята, хорошего мне не дали. Так, события. Опять сейчас что-нибудь всучат, да? За 150 рублей приобретите там что-нибудь. Да ладно тебе, так долго прогружаешься, не могу по... Ах, вот, ребята. Смотрите, я уже вижу, что тут у нас появился железный человек. Как обычно. Так, Страж Нексуса, заработая осколки Алой Ведьмы. Ну, этим мы, ребята, занимаемся с вами. А также теперь железный человек. И девочка-тянучка и ведьма. Получи потрясающие награды. Начнется через месяц. А что еще за девочка-тянучка, а, ребят? Че это за бред? Заработай кучу катализаторов. Ну что, давайте продолжать с вами, ребята, проходить за Алую Ведьму сюжетную историю. Тут осталось совсем немножко. Раз, два, три, четыре эпизода. Так что поехали. Я думаю, и вам, и мне будет интересно. Так, посмотрим, кто у нас тут. Ну, враги, в принципе, не очень-то и сильные. Так, главное, чтобы энергии у нас хватило. И все-таки я не понимаю, почему мне суждено быть хранителем Нексуса. Магия сама выбирает своего владельца. Все, что мы сможем сделать, это принять ее с распростертыми объятиями. Тебе легко говорить, у тебя даже плащ живой. Иногда это мешает. Если я сплю и ему становится скучно, он принимается хлестать меня по лицу. По лицу. Хорошо, что по лицу, а не по яйцу, ё-моё. Так, ну что, ребята, мы, в принципе, готовы, да? Поехали. Будем надирать задницы. Ох, сегодня пуканы будут бомбиться у кого-то. Но это явно не у меня. Так, ну давай, 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 грузи быстрее. Медленно, затяжная загрузка какая-то идет. Ага. Ну, ёпарсеты, ну что ты. Так, слышу звук знакомой войны. Ну давай, ёлки-палки, уже в самом деле не смешно, блин. Ник Фьюри, ты являешь опасность для всех, кто рядом, Алая Ведьма. Я приказываю тебе немедленно сдаться. Слова простых духов для меня ничего не значат. Фьюри, на-ка, начнем, пожалуй, ребята. Это так, для разминочки. Что, что? Ага, опять он взял этот контр, не контр, а провокацию, ребят. Конечно же, провокацию. Что ты там делаешь? Так, ребят, нам... А нам в любом случае надо провокатора уничтожать. Мы ничего не сможем сделать. А? Как мы? Хреново, вот как. Так, смотрите, а что это у меня вижен тут? Давайте массуха, ребята, бомбанем. Дудущ. О, очень даже неплохо, кстати. Подхил делают, да? Ладно, хорошо, тогда мы сделаем вот так вот. Будем всех, всех бомбить. Ух ты. Да ты достал уже со своей провокацией. Блин, почему у нас не хватает энергии, ребята, а? Так. Слушайте, есть вариант. Давайте так сделаем. Блин, надо было стрелять.
Мне кажется, эффекта было бы больше и лучше. Ага, ладно, давай, Росомаха, погнали. Ай, не можем, ребята, пробить вот этого говнюка с щитом. Он все время провокацию на себя вешает. Достал уже этот парень. Так, Фьюри, успокойся, усиление защиты. Да, оу, что он там понавешал? Ё-моё. Да фига, какой-то подхил, скорость, защиту какую-то усиленную. Да, будет проблематично, я думаю, сейчас их всех победить. Ну-ка, жги. Вот так-то. Да ты достал, ты... Каждый ход он делает провокацию, ребят. Я не знаю почему. Так, надо собака с кем-то тут. Не можем просто-напросто пробить, элементарно. Замедление нам еще сделали. Это не есть хорошо, ребят. Так, ну-ка, может быть, так его завалим? Нет, у него даже к магии сопротивление офигенное. Ты посмотри-ка, а, Фьюри, ты не оборзел ли? Блин, да когда же накопится-то? Ё-моё, а? Так, давай, наверное, по всем стрелять. Вот так, да? Опять. Он просто не выходит, ребята, из провокации. Вот и все. Давай еще подхиль тут. Ну, естественно, ребят, как же. Что такое? Что? Оу! Так, мне нужно, ребята, уравнивать хпшки. Если, конечно, она у меня... Сами видели, Вижн уже лежит, отдыхает. Так, сносим этого говнюка. Он уже достал в корень. Вот так-то. Да ладно, еще и не добили. Ну, я тогда, ребят, не знаю. Я просто не знаю, что делать. Мы не добили этого говнюка. Ну, Росомаха, сделаешь? Вот так, наконец-то. А теперь бомбим. Ага, и осталось их тут двое. Ну что же, с двумя, я думаю, мы с вами справимся. А? Нет, чуть-чуть не добили, ребят, но это ерунда. Что ты там заряжаешь? Свою пукалку. Опа! Ты посмотри, посмотри, что творит. Так, давай-ка вот этого олуха, наверное. Все, отправили его к працам. И остался лишь Фьюри. Мы его вот так вот сейчас супер ударом. Что нас ждет дальше, Стрэндж? Не могу знать. Мы перешли границу изведанного. Какую вы границу, блин, перешли? Чего изведанного? Не, ребят, главное, что прошли, да, пускай на одну звезду, но тем не менее. Так, естественно, у нас остается сколько там? Три миссии. Орден Стрэндж. Группа могущественных докторов Стрэнджей. Новое испытание на пути к сердцу храма, где покоится кристалл. 10 Стрэнджей, ребята, будет у нас на пути сейчас. Вы представляете? 10. О-хо-хо-хо-хо. Тебе известно, какое отношение кристалл Мкрат имеет к Нексусу мультивселенной? В своих изысканиях я никогда не встречал упоминаний о таком кристалле. Но раз старейшина держит его здесь, на то есть веские причины. Если я действительно хранитель Нексуса, скоро мы узнаем о кристалле все, что потребуется. Да, хотелось бы уже, в конце концов. О, ребятушка, 10 Стрэнджей против нас, ё-моё. Честно говоря, я не знаю, что они вообще делают, потому что... Как-то, честно говоря, не приходилось мне еще с ним драться. Но в любом случае, что это... Этот персонаж будет сильнее обычного рядового воина. Так что нам остается только смотреть. Приветствуем тебя, алая ведьма. Мы Орден Стрэнджей. Ясно. И почему вас так много? Мы должны убедиться, что ты истинный хранитель Нексуса. Ага, решили, значит... Ёпарсете!
Да ладно вам, успокойтесь, ребята, успокойтесь. Ну-ка. Так, ладно, ребята, в принципе, это реально их завалить. Но они тоже так бомбят-то не кисло. Ну-ка, давай-ка. Вот так сделаем. Да. Было как-то слабо очень, если честно. Давайте хотя бы одного так сможем побить. Нет. Не сможем. Но надо массовыми, ребята, ударами бомбить, потому что иначе они нас тут расколбасят. Ты посмотри, что творит. Оу, Vision. Слушайте, ну я не думал, что он такой ватный, если честно. Так, что нам делать? Давай тогда вот так сделаем. Попробуем, ребят, не знаю. Мудро, не мудро. По-моему, ни хрена не мудро. И расстреливаем. Так, ну одного, по крайней мере, мы выбили из колеи. Так, покромсали чуть-чуть. Блин, как они очень больно бьются, а? Ты посмотри. Так, кого же нам с вами... давай вот этого, наверное, попробуем. Ну, есть. Нет, блин, он просто там присел. Я думал, что мы его подбили. Ай-яй-яй. Ну, если так каждый будет ходить, то мы не доживем, ребят. Все, Vision уже отдуплился, как мы видим. Опа. Да что ж ты будешь делать? Так, ребята, нужно нам, наверное, уравнивать жизни. Как не хотелось бы мне этого, но придется. Так, и погнали дальше разбираться с этими уродами. Бомбим. Отлично. Так, Росомаха, не подведи меня. Подвел, ё-моё. Ага, ослабление атаки они делают. Вот оно что, ребята. Так, и осталось их... Что там? Блин, ничего не успеваю посмотреть. Да ладно ты! О-хо-хо-хо-хо. Ладно, давай тогда... Вон того говнюка мы сейчас будем с вами бомбить. А? Нет. Не смогли его убить, ребята. К сожалению. Ослабление атаки вешает на нас. Так, мы-ка пытаемся. Хорошо. Вот он, ребята, удар этот. Нате, получите. О-о-о. Я, если честно говоря, думал, что будет эффект получше. Что ты там читаешь? Ты что, еще Стрэнджа призвал, блин? О, да ладно вам, ну это уже, ребят, перебор. Ну и как тут, интересно, как тут с ними можно сразиться, если они постоянно восполняют себе свою армию, ребят? Офигеть! Да это нереально, ребят, это бред полный. Вы посмотрите, что тут происходит. Возрождение, блин. Ага. Охренеть просто можно. Вот это да, вот это прикол, ребята. Они сейчас просто разбомбят мне всех и все. Дай вот этого говнюка хотя бы вальну, а. Не получилось. Ну и кто тут устоит против их атак? Никто, ребят. Все. Убили уже двоих. Да, походу дела... походу дела вот на этом мы с вами и остановимся. Даже Росомаха не может победить, а. Там ослабление атаки... В том, по-моему, я так понимаю, понизили нам броню. То есть защиту. Не, ребят, это... Все, это финиш. Ты посмотри, он постоянно будет читать книгу. И постоянно призывать. Я могу даже представить, остается здесь всего лишь один чувак, да? И он начинает призывать этого. Потом этот Стрэндж начинает призывать следующего. И, короче, они таким макаром всех себе восстановят.
чушь. Это, ребята, полная чушь. Вот что я вам скажу. Это нужно, чтобы у кого-то был такой удар мощный, чтобы он мог убить всех сразу одним суперударом. Ну, у кого? У кого такой удар? У меня нет, ребят, таких персонажей. И вряд ли вообще когда-нибудь появится. Так, ладно, хорошо. Что у нас там по персонажам? Давай посмотрим. Могу вот это. Ну, это нафиг не нужно нам делать. Также у нас еще ежедневные цели. Открыть две сферы. Мы открыли их. Так, выполнить 10 миссий кампании. Выиграть 2 боя на арене. Участвовать в 3 миссиях злодеев. Так, тренировать одного персонажа. Это я могу позволить себе, ребята. Так, создаем. Надеваем. И делаем тренинг. Да, денег, как всегда, не хватает. Все, это мы выполнили. 2 даже задания. Получаем уровень, должны, ребята, сейчас получить мы. Ну, не сейчас. Но я думаю, сегодня получим. Так, выиграть 2 боя на арене. Участвовать в миссиях команды. Так, автопобеду. Пройти 2 испытания. Какие испытания? Ну, я здесь, ребята, обычно... Погоди, погоди, автобой мы делаем. Автопобеда. 3 попытки, соответственно, мы их сразу же здесь тратим. Все, попытки закончились. Так, и... Вот здесь можно, да? Вот она. Давай, тоже 3 раза. Шикарно. Сколько? Еще 2 задания, ребята, мы выполнили. Получаем. Получаем. Так, 10 миссий. Это нужно, значит, 8. Так, давай-ка мы вот здесь вот с вами. Автопобеда на 8. У-у-у. Ой, если я так сделаю, ребята, я всю энергию, считай, сюда вон солью. Да, жесть. Сколько у нас осталось? Так, 17 энергии. 17 энергии получить. Ай, 70 очков, ребята, не хватает. Так, припасы. У нас опять сферы. Получить. Давай-ка глянем, что у нас тут выпадет. Что это за хорек? Нобу. Таинственный повелитель ниндзя, который призывает ниндзя руки и устраивает засады на врагов. Понятно. 450 нету, к сожалению. Так, еще могу, да, какие-то сферы открыть? Какие же это? Ага, базовые. Ну ладно, давайте откроем базовые сферы. Покажи. Йонду. Получаем, конечно же. Так, этапы. Это что такое у нас этапы? А, реворд получить. Хорошо, это мы все, ребят, с вами получили, забрали. Налеты, налеты. Что такое знакомое? Самая опасная женщина. Выиграй осколки Гаморы. В бой. Множители 1. Слушайте, ребят, это, конечно, хорошо, но сколько я не пытался здесь выиграть осколки, не хватает, ребята, энергии. Поэтому даже заморачиваться, я думаю, не стоит. А вот по основной сюжетной линии, я думаю, что вполне можно сходить. Так, что у нас здесь? Союз злодеев? Нет, мне нужен союз... Вот, команда героев. Вот здесь я, ребята, остановился. Я не могу... Ага. Вот они, эти голубчики. Я все их не могу пройти. А, была не была. Попробуем, ребята. Итак, мы вернулись в наше измерение. Дальше-то что?
Теперь выбираемся из этой консервной банки и доставляем вакцину Фьюри. Ты знаешь, звучит как вполне себе неплохой план. Котелок-то варит, а ты как думал? Так, ну что, эту команду мы, пожалуй, ребята, и оставляем. Сейчас будем отгребать. Поверьте мне, будем. Так, о, живые мишени. Давненько мы повстанцев не отстреливали. Я есть Грут. Грут говорит, вы отсюда живыми не уйдете. Да-да-да, конечно. Ой, ребят, даже не знаю, кого в первую очередь. По идее, и Грута нужно. А, Дракс поставил провокацию на себя. Что ты там, блин? Одну единицу энергии он получил. Так, хорошо, молодцы. Так, пробили, нихера не пробили, ребята. Нужно... Ох, Грут тут вышел. Гамора, вы достали уже? Дай-ка я попробую вот так вот сделать. Слабо, очень слабо было. Вот Росомаха вроде бы еще неплохо так сделал. Кстати, мне нужно было, блин, поменять. Ах, подхил пошел. Очень и очень плохо, ребят. Живи! Упал, что ли? Нет, живет еще. Ну-ну-ну, осталось немножко. Ай-яй-яй-яй, там... Этот все танцует, блин. Танцор диска нашелся здесь. Давай добьем его. На, лети отсюда, птичка. Так, теперь, короче, у нас вариант. Либо мы с вами разбираем Грута, либо енота. Слушайте, я попробую, наверное, енота. Подожди, а с какого перепуга-то? Я говорю, енота, блин, а не лорда. Так. Давай-ка мы, наверное, вот так сделаем. Усиление команды. И дальше енота бомбим. Ага, енот готов, ребята. Все, теперь, я думаю, можно и, наверное, лорда. Лорда давайте-ка мы с вами попробуем. Чуть-чуть у него осталось. В оглушении стоит. Что он там делает? Ах, защиту от смерти он поставил. По-моему, все, больше защиты нет у него. Вот, проверим. Есть. Лорда как не бывало. Ну, теперь давайте будем разбирать Грута. Так, Грут. Давно, ребята, просто хотел эту миссию пройти. Никак у меня не получалось. И, как видим, уже очень даже хорошо проходим. Хе-хе, Грут упал. Ну что, давайте теперь Гамору. На. О, вау, вау, вау. Есть. Похоже, вторжение идет полным ходом. Нужно доставить вакцину Фьюри. Он знает, что с ней делать. Тут проблемка возникла. Ультимус захватил директора Фьюри. Вот тебе раз. Фьюри захвачен. Даже на 3 звезды, ребята, ни один герой у меня не погиб. Круть! Что я вам могу сказать еще на это? Хорошо, давайте смотреть. Неужели нам придется вызваливать Фьюри? Так, поиски Брюса. Вернитесь в измерение Капитана Америки и помогите ему найти Халка в Ваканде. Даже так? Ага, ребята, а у меня проблема, знаете, с чем? С энергией. Купить. Давай купим. Так, и тут у нас врагов целая куча. Стрэндж. Ну, я думаю, все равно мы с вами не какие-то там жидкари, да? Мы будем пытаться. Поехали. Директор, мы получили сигнал бедствия от Капитана Америки из измерения падших. Показывай. Лидеры удара из измерения Нексус, у меня хорошие новости. Перед похищением наш Брюс Баннер получил частичную вакцинацию от порчи Ультимуса. Он уже несколько лет прятался от Ультимуса, пытаясь сохранить рассудок.
Если вы отправите отряд в наше измерение и поможете выследить Брюса, мы сможем закончить вакцинацию. Возможно, это наш лучший и последний шанс найти настоящее лекарство от порчи. Но сначала нужно опередить головорезов Ультимуса и отыскать этого Халка. Стар, как насчет небольшого межпространственного путешествия? Мой костюм уже упакован. В переносном смысле, естественно. Так, ну что, ребята, я, знаете, что сделаю? Вот этого, наверное, уберу и поставлю сюда. Ах, я не могу Кроссбоунса поставить. Ёпарасете, вот это плохо. Ладно, ничего не поделаешь, ребят. Так бы я, конечно, лучше бы его влепил, если честно. Спасибо, что пришел, Тони. Надеюсь, все это не впустую. Всегда готов помочь старому другу из другого измерения. Я передал твоему оператору щита уникальную гамма-радиационную сигнатуру нашего Брюса Беннера. Наш единственный шанс выяснить его местонахождение, пока его не нашли войска Ультимуса. А вот, собственно, и они. В общем, ребята, вместо Кейджа я взял себе Хилку. А почему, ребят? Потому что самая главная у нас задача — это защитить здесь оператора. Если он у нас падает, все, миссия провалена. Это у меня какая? Четвертая попытка. Кейдж здесь просто не рулит нифига, провокация его не помогает. Вот будем Капитаном Америкой как-то дело это разруливать. Так, успокойся ты, а, пожалуйста, достал ты в корень. Так, блокировку лечения поставили нам. Ну, ну, нормуль. Так, хиляться рано пока, давайте выстрел. Ага, первая фаза, ребят, пошла, тут их 4 будет. Ну, давай, давай, давай. Определение местонахождения Халка — цели в радиусе 1 километра. Так, одна из 4 выполнена стадий. Продолжаем, ребята. Повторю, их 4. Поэтому кровь из носа, оператор у нас должен выжить. Так, Росомаха Малорик. Молодец. Так, усиление атаки. Вот эти вот когтистые твари, ребят, тоже очень сильно бьются. Их нужно, наверное, чуть ли не одних из первых разбирать. Ах! Так, лишь бы капиташка у меня не погиб. Он стоит в провокации. Так, ладно, давайте делать серию ударов. Минус 1, отлично. Так, понеслась. О, сразу 2, замечательно. Ну-ка, давай-ка попробуем. А, слабенько ударил. Что? Что ты там делаешь опять? Слепоту повесил, а? Так, хилимся, ребят. Пока не поздно. Блин, вторая стадия, ребят, пошла. Еще осталось 2. Цель в радиусе 500 метров. Понятно. И у нас тут, в принципе, осталось тоже не очень долго и много врагов. Ну-ка, добьем. О, Росомуля, как же ты мог промахнуться так нелепо? Черт бы тебя побрал, а. Тихо, тихо, не надо оператора трогать. Прошу вас, не надо оператора трогать. Я уже замучился проходить по 1000 раз этот уровень. Так, оглушили, хотя бы так сделаем. Ну-ка, давай попробуем, наверное, вот этот вот. Ай, слабо. Стреляй, фигли делать, ребята, да? Жнец Кри. Так, вот, это уже хорошо. Третья фаза пошла. Где там этот Халк, а? Цель определена с точностью до 100 метров. Ух, немножко осталось, ребятушки. Всего лишь одну фазочку подождать. Когтистую завалили. Так, кого бы нам? Ну, давайте его попробуем. Ай, кисло-то как ты ударил. Давай сорви. Оу, понятно. Ребят, здесь нам их всех не перебить. Как видите, они их обратно призывают. Значит, цель просто выждать четвертую фазу. Будем стараться. У меня сейчас капиташка в провокации. Будем надеяться, что его не завалят так быстро. Ай, конечно же, будут по нему все стрелять. Естественно, ребят, как же без этого, ёпарасете. Оу, неужели, неужели мы с вами до четвертой фазы дошли? Мы его нашли, он на том складе, впереди. И, да,
Как раз к этому мы и шли. Все, ребята, прошли мы этот уровень, причем на 3 звезды. Замечательно. Фух. Надеюсь, дальше будет что-нибудь толковое. Так. Профессор, Халк изменился. Победи его, чтобы спасти Брюса. И вот у нас вот такие вот, ребята, враги. В принципе... Да, я думаю, что можно, ребят, с вами сходить разочек посмотреть на эту миссию. О, новый уровень ГЦ, всех поздравляю. 39-й, не за горами уже и 40-й. Будем к нему стремиться. Так, что у нас тут? Прогресса компании злодеев. Давайте мы, да, автопобеду быстренько с вами сделаем. О, шикарно, 6 карточек получили. Энергии. Энергии у нас еще, ребята, с головой, так скажем, да? Получаем. Так, участвовать в двух налетах. Купить припасы 3 раза. Ну, давайте определимся, что нам здесь нужно. Так, ДНК возьмем. Отлично. Так, пергамент. Осколки. Изометры. Изомеры, точнее. Что-то они не выделяются, ребята. Так, золото. Не хватает. Ё-моё, да что ж такое-то? А это можем взять? Ну, хотя бы так. Отлично. Забираем. Ну что же. Так, надо нам в двух налетах участвовать. Ну, это не сейчас. Я думаю, что нам нужно все-таки пойти на задание. Черт, я уже забыл, где оно. Вот здесь, по-моему, да? Команда героев. Да, вот оно, свеженькое. И посмотреть на Халка. Брюс, это я, Кэп, твой друг. Ты нас слышишь, дружище? Нифига он, по-моему, не слышит. Стив, ты нашел меня. Я сопротивляюсь этому как могу, но это очень х... мои альтроны. Слушай мою команду, разнести их. Так, похоже, Брюс где-то там, но нам надо его побыстрее вырубить. Хорошо. Команду оставляем ту же самую. Так что, ребятушки, погнали. Стив Роджер, ты глупец, я уничтожу тебя. Мне кажется, или этот Халк выражается как-то правильнее. Так, чтобы выполнить задание, победите Халка. Ну что же, ребята, будем стараться. Значит, нам в первую очередь нужно атаковать именно его. Так, он 29 уровня. В принципе, урон получает. Слушай, я думаю, что мы его победим сейчас. Так, выстрел. Но здоровье у него, ё-моё, провокацию он еще на себя повесил. Представляете, ребят? Он же на себя взял или нет? Ну-ка. А, нет, это взял, блин, маленький альтрончик. Ну, Халку все равно заделось. Кровотечение, ребят, у него. Оу! Ё-моё. Вот что он, значит, умеет. Продолжаем, ребят, разговор. Так, минус один. Короче, тут, наверное, каждый из них будет делать провокацию. Мне почему-то так кажется. Хотя я в этом не уверен. Давайте подхилимся. Вот так. Нет, нам нужно, ребята, все-таки Халка валить, потому что, мне кажется, если мы его сейчас не добьем, тут будут постоянно приходить новые и новые роботы. Что он сейчас сделал? Воу! Так, тихо, альтрончик, успокойся. Замечательно. Так, и свяжи его, паучок, свяжи. Вот так вот, пускай в оглушении постоит. Еще раз попробуем прописать ему. Так, тыщенку, да, значит? Стреляй, медик. 640. Так, никакой, блин, регенерации не надо. Еще и лечение он себе делает. Так, что это там такое? Блин, провокацию, что ли, кто-то делает? Нет усиления защиты. Пока все хорошо, ребят. Ну, да что ж такое-то, куда ты стреляешь, ты должен... Во!
Отлично, он отключился. Кэп, снотворное ему, быстро! Да, Халк. Опять же 3 звезды. Фух, отлично, ребята, мы проходим с вами очень даже хорошо. Опачки, у нас тут возможные награды. Это кто у нас такой вообще? Исследовательница, да? У нас, по-моему, есть она. Но лишней не будет. Ну, давайте, ребята, мы с вами на этой ноте, пожалуй, завершим это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. А на этом все. Всем пока и удачи вам!